Тепло Спайтер подходит максимально близко под шейфу и... Есть блок! Минус еще один! Ой, нет, Шифу, не делай этого. Подумай, не надо, оно тебе минус 3 оформляет Шифу. И под клоника еще и завозит хаешку рикошетом. Господи, что он натворил? Сейчас и Шифу сейчас будет делать финальный килл. Ответим уже точно в кассу. Кипа высаживает его, и Шифу выходит у нас в атаку по Кицуну. Это должен быть топ-1 от коллектива Дагестан 77. ДБС работает от Кицуна и Шифу.